слышу. Вот там. Тихо, 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 там бежит. Блять, ну как я его не забрал? Где он? Передо мной. Минус один. Хорош, красава. Один вот там вот. За камнем. Ослепел? Нет. Минус второй. Убил. Привет, друг! Сегодня у нас видео по ханту, и как вы, наверное, уже поняли, речь пойдет о парных конвертах. Обычные конверты или с патронной лентой, неважно, с этими пекалями можно натворить таких делов, что жопы потом у ваших оппонентов будут гореть настолько сильно, что целого расчета пожарной команды может не хватить для того, чтобы все затушить. Короче, если вы пропустили мой гайд по парным конвертам, то сперва советую чекнуть видео по подсказке сверху, для того, чтобы понимать, как наиболее грамотно и эффективно использовать эти пекали. Ну а если вам впадло тратить свое время на какие-то стрёмные гайды от Молот Геймс, то присаживайтесь поудобнее. Заруба во дворце Путина получилась просто отменная. Да, Фелис. Вот здесь пыталась зайти. Ой, это две пачки. Ребята, это две пачки. Ага, вижу. Блять. Да, охуенно. Ебанулся тут народа, блять. Четко? Нет, мужик. Ой, он внизу. Да, я понял. На мне. Я нитру возьму. Ебать. Thank you.
Как она выжила, блять? Два выстрела было. Ой. Два капкана. Это мои. Хорош. Попробуй меня поднять. Анимация кривая у меня. Перезаряжайся, блядь. Убежал, блядь. Спарка? Внутри уже? Она была снаружи, но, блядь, хуй знает. Вон она. Но все равно хорош. Пиздец. Один патрон. Один челик. Поднимай нашего. Нашего поднимай. Блядь, Дима, сколько ты уже убил, блядь? Тише, тише, тише. Еще одного надо убить. На метку только спиздить. Двоих еще. Двое там, ребят. У нас сзади еще челик. На 210. Один. Да? Да. Давайте, короче, надо выходить, кого-то бить. Я предлагаю вот это, сзади нас одна. Выходим туда. Пошли. Давите. Да, ну 225, она далеко. Наверное, снайпер. Вон, Феликс. Дал хит мне. Дал ей тоже хит. Беру. Подбегаю. У меня сейчас выйдет один. Спасайте нахуй. Хапеха бы, мне бы хапеха. Бусы были аптечки. Блять. Один от 90 в щелке на заборе. На бусе были аптечки, да? Да, наверху. Там, где он упал.
Один на, у нас на 180, его можно ёбнуть. Давай. Один. Блять, я не полечился, сука. Он отошел на 180, вот там. Бегу к вам, ребята. Дал хит. Блять. Дал хит в него. Дал ему. Все. А еще? А еще там остался на лодке. У меня слышу. Блять, у меня. Да, где-то тут. Здесь. Да. Всё, ебать. Все, минус, все. Походу, кстати, да. Насчет парных пистолетов скажу так, что не только конверты способны на подобные чудеса. Просто именно конверты, на мой взгляд, в этом плане самые удобные и точные. Так что делитесь в комментариях о том, какие парные пекали нравится больше использовать именно вам. Ну и соответственно почему. А я с удовольствием пообщаюсь с вами на эту тему в комментариях. А сейчас жмем лайки и дизлайки. Если еще не подписаны на канал, то подписывайтесь прямо сейчас. И не забывайте прожать колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ну а если вы хотите видеть подобные зарубы в прямом эфире, так скажем, с пылу с жару не отходя от кассы, то обязательно присоединяйтесь к нам на площадке Трова. Все наши стримы теперь проходят только там. Ссылку оставил в описании. Всем добра! Да, у меня в упоре уже один. Сейчас, подожди, лечусь. Стой. Минус. Хорош. Сейчас бегу. Слышишь, где? Лево, право. Передо мной двое. Минус. Хорош, блять. Зверь. Со спины. Поднял. Да, видел. Дал. А этот меня с ножа добрал. Все-таки за нами кто-то бежал, да? Да. Я тебе говорю, они просто... Тихо. Прячься. Это тут.